Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Arhos Access 57 сделать просто настроек до заводских или же Factory Reset. Для этого открываем настройки в первую очередь. Во вторую очередь переходим в раздел «Система», затем «Сброс настроек» и выбираем последнюю опцию «Удалить все данные и сброс заводским настройкам». Затем ознакомливаемся со всеми этими интересными информациями и подтверждаем, нажав здесь и потом здесь. После этого ваше устройство будет перезагружено в течение пары минут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.